Наши участники по-прежнему находятся на одном из режимных объектов, и сегодня их ждет очередной элемент стрессового похудения – полоса препятствий. Впереди вас ждет тропа разведчика. Конечно, пройти эту тропу на все 100% физически вы не сможете, потому что к этому нужно готовиться, но какие-то определенные элементы вы обязательно осилите. На каждом контрольном участке тропы разведчика будет стоять человек, который будет вас направлять в нужное русло, давать какие-то рекомендации и поддерживать. Но основная задача – дойти до конца всем, потому что это командное испытание. Ознакомившись с условиями и увидев полосу препятствий, участники принялись вырабатывать собственную стратегию на пути к победе. Ведь это командное испытание, а значит и заветные баллы. Там, где вас, Таня останавливается, мы с тобой страхуем. Опустили, она пробежала, подняли и дальше побежали. На финиш нужно подниматься. Каких-то веток или упора не будет, поэтому ноги будут скользить. Как Винни-Пух буду оттуда торчать. Мы будем командой, это самое главное. Попробуем. Давай! Не надо там. Первыми к финишу пришли участники команды на суше и пополнили командную копилку 10 баллами. Все-таки беговая дорожка дает о себе знать. Давай, давай, миленько. Екатерине вообще очень сложно проходить эту трассу. Но главное, полосу препятствий прошли все, хоть и с большим трудом. Поэтому и команде на воде достается 5 баллов. Неожиданная полоса, конечно, сложно в связи с тем, что неровности на местности, вот эти все пролазы и перепрыгивания. Прошли все этапы, мы смело и решительно. Наша команда дошла вся до финиша, да. Это самое главное. После полосы препятствий все участники испытывают эмоциональный подъем и готовы продолжать свой путь к новому размеру. Об этом говорят и цифры на весах. Команда на суше, тренер Андрей Васильев. Анастасия Борисевич потеряла 13 килограммов. Александр Лобач – минус 15,5. Ксения Казимирчик – 12,5 килограммов. Татьяна Бондарук потеряла 7,5 килограммов. Команда на воде, тренер Екатерина Алексеюк. Юлия Крац – минус 11,5. Рекордсмен Лада Ярош – минус 19 килограммов. Светлана Кращук потеряла 8,5 килограммов. Екатерина Циркова – 16,5 килограммов.